Это гадание, расклад на Таро, 4 варианта на здоровье. 2 на Луис Роя будет расклад Таро. И 2 варианта на готическом Таро Анны Стокер. Выбирайте свои варианты по очереди, слева направо. Над первым гнездо с белыми яйцами, на втором гнездо с ручкой и бантиком. Третий вариант гнездо с желтыми яйцами. Третья с ручкой, но без... Ой, четвертый вариант с ручкой, но без бантиков. Выбирайте. Ставьте на паузу, кому не хватило времени. Ну, первый вариант. У вас есть какая-то хроническая болезнь. Даже если вы об этом не знаете, то она есть. Это 100%. Две маски первыми, если вы видите. Но высшие силы вас поддерживают и берегут. Вы сражаетесь за свою жизнь, за свое здоровье и будете сражаться. Даже если вы опустили руки, то это просто отдых и передышка. Вы сражаетесь. Две маски 100% указывают на вашу хронику. Но вы сражаетесь, видите? Они сражаются, они свободны, девушки. Они не связаны, они с мечом. Вы бьетесь за свою жизнь, за свое здоровье, чтобы вернуть перевернутый туз кубков в свою чашу жизни. Сражаетесь. С передышками, но сражаетесь. Ничего такого хуже не будет. А даже будут передышки. Вы сражаетесь, и борьба ваша успешна. И вы получаете поддержку сверху. Это не медицинская помощь, это именно помощь защиты, первая карта высших сил. Они знают о вашей болезни. Говорю, даже если вы не знаете, то оно у вас есть. Но вам хватает сил или внутренних ее перебороть. Или бороться так с ней. Но ухудшения не будет. Это радует. И даже будет передышка в конце, перевернутая карта. Тройка жезлов. И жезлы на конце расклада. Третья карта снизу и сверху говорит, что силы у вас не оставят. Вот эти две маски – это болезни, это 100%. Девятка жезлов – победитель. Это ваши испытания по жизни, боритесь. Ничего страшного не будет. Даже я вижу улучшение. Жезлы гораздо лучше карты, чем пики, мечи. Второй вариант. Кто выбрал? Ну, вы полны силы, энергии, королева мечей, тройка пентаклей. И валет кубков или паш. Кому как нравится. Тоже. Они полны войны. Но видите, на второй карте тройка пентаклей девушка встречается с чудовищем. Так как у нас речь идет о болезни, то смотрим второй ряд. А ниже у нас красная маска. Самая злая фея это... Зловеще, еще и перевернутая. Вам может встретиться болезнь по жизни. И тяжелая. Но с одной стороны стоит четвертый аркан император, а с другой десятка кубков, которая говорит об исполнении желаний. Вы преодолеете это.
Вы это преодолеете и пройдете. Даже если вам по жизни встретится тяжелая болезнь, вы ее преодолеете. У вас очень много сил и много энергии. Сохраните их, не тратьте на пустяки. Потому что вам придет момент для этого испытания. Чтобы оно прошло легко, вы должны сберечь свои силы. Особенно пятый месяц и пятый год от этого расклада. Не паникуйте, если вам хватит сил. Это может быть инфекционная тяжелая болезнь, как угодно. Но дважды повторено. Надутое чудовище, как лягушка. И красная маска, отвечающая за болезни. И самая опасная из них красная. Но вы полны силы, вообще изначально здоровье у вас хорошее, полны силы и энергии. Вы преодолеете. Из любой выскользнете болезни. Третий вариант. Шестерка кубков. Рыцарь кубков, двойка жезлов, тут драконы. Башня, повешенный, 12-й аркан. И девятка кубков перевернутая. Ну, в общем, слушайте, в этом готическом таро кубки связаны с вампирами. И вы обладаете большим изначально потенциалом, очень хорошим. Но кто-то хочет отпить вашу жизнь. И очень хорошо. Сплел вам ловушку, так, чтобы вы угодили капитально. Видите, башня здесь, девушка, пригревшая паука на паутинке. Выглядит она феей. А в общем-то это паук под видом бабочки. И повешен это медуза Горгона. Вам сплели сетку, чтобы подпить вашу жизнь. Даже если вы в это не верите, особенно мужчины, впрочем, у женщин таких полно, просто присмотритесь, с кем вы встречаетесь и какое у вас после этого идут события, как самочувствие. И очень часто это оказывается, ну, такие неожиданные люди. Вот сосед приезжает, вам плохо стало. На работе вы встретились или с клиентом. Особенно кто занимается торговлей, постоянно с людьми работает. У вас очень хороший запас, но его хотят отпить. На вас устроили засаду. Просто присмотритесь за своим окружением. Кто вам сетку сплел? У вас хотят отобрать здоровье. Слишком лакомый кусочек. И неважно, вы можете, если у вас его нету, да, здоровья, то это уже случилось. Значит, надо принимать меры. И просто отмахиванием тут не получится. Если этого еще нет, то очень хорошо, у вас есть время. Если это уже с вами произошло, потому что то, что недалекое будущее или уже случившееся, очень часто трудно понять. Если это уже произошло, то знаете, просто у вас отпевают жизнь. И вам надо принимать меры. Вот такой вариант. Так что подумайте и не отмахивайтесь, а посмотрите, какая у вас реакция на тех, кто это делает. Это не профессиональный маг. Это такой типа крадник-вампир, который обычно нуждается в личном присутствии. Маг вам наведет откуда угодно, изо всех океанов, не зная вас.
Это не магия, это вампиризм такой, крадничество. Думаю, надеюсь, что этого еще не случилось, и вы успеете принять меры. Но банальные чистки там и все к этому не поможет. Тут посерьезнее нужно будет. Ну и бояться тоже особо не стоит, потому что это не профессиональный маг работает. Это профессиональный вампир. Четвертый вариант, самый лучший из всех. У вас хороший запас, чтобы дожить и до 100 лет. Очень хороший. Колесница с миром. Пусть мир и перевернут, и вы много неверного делаете для своего здоровья, но все равно. И кубки. Очень хорошие карты. Но в этом Таро кубки вампиры. Это говорит, что кто-то к вам очень часто отглатывает из бокала вашего здоровья и вашей жизни. Вас это не опустошает, это не смертельно, но вполне возможно вы болеете. И это посмотрите то же самое, что третий вариант. Посмотрите на ваше окружение. Просто вы сильнее и запас у вас намного больше, чем в третьем варианте. И вы умеете сопротивляться и давать отпор. И очень хорошо давать отпор. Тут колесница – это дракон. И 21-й аркан мир держит дракона. И король кубков, королева кубков – это высшие фигуры. Тут сложно с этим человеком что-то сделать. И рыцарь кубков, и двойка кубков. Очень хорошие карты. С этим человеком просто сложно что-то сделать. Но, тем не менее, умудряется, умудряется. Видите, мышки кружат две над вашим кубком, двойка. И над семьей они не только хотят воровать жизнь, но и любовь. Потому что она вам по жизни суждена. Самый хороший расклад, самый удачный, очень хороший. Очень хороший запас сил, здоровья. Вот реально человек может до 100 лет дожить. У дракона много сил. Королева кубков, она даже переливает в другой кубок. То есть хватает с избытком. И сами вы можете дать отпор. Но, тем не менее, у вас много попадается. Вам надо или защиту носить, постоянно обновлять. Носите защиту. Тут надо просто, у вас своего природного очень много, просто надо носить защиту. Так много, что полно желающих запустить руку, как в конфетницу за конфетками. Своего мало, надо взять у кого хорошо. Очень хорошо, вы красивые, очень и привлекательны для другого пола, и с любовью у вас хорошо. Неважно, вы мужчина или женщина, одинаково все хорошо. Не смотрите, что тут перевернуто, все равно позиция очень хорошая. Все три самых сильных фигуры кубки и мир. И эмоции, контакты, деньги у вас есть, все. И, конечно, много желающих поиметь то же самое. Просто вам надо защиту носить. Этому варианту просто сохран, защиту. От вампиризма, вот таких крадников всяких. На удачу, деньги и здоровье.